немножко приоткрою занавес на ту ситуацию, которая произошла. В общем, когда ко мне пришел парень на проект, у Игоря спросили: Игорь, а ты как бы готов, ну, отпустить Клаву и вообще в целом, что у Клавы может быть своя личная жизнь? Игорь сказал, да, что он уже к этому готов, то есть ему, в принципе, на меня все равно, то есть у него сейчас есть история с Катей, а я где-то там далеко. Я такая, да, хорошо, окей. Ну и, в общем, пока мы ехали с Александрой, я придумала план. Ладно, ну что же скрывать, расскажу, какой был план. Я хотела попросить Безуса, чтобы мы с ним сымитировали ванной. Ну, вы поняли. Я рассказала этот план Нелли. Нелли сказала, что это будет, ну, чуть-чуть странновато, и вообще Игорь может не поверить. И как бы зачем его проверять, если он уже тебя типа предал. Я говорю, посмотреть его реальные чувства ко мне. То есть я чувствую, что он где-то врет, что он ко мне там остыл, что ему будет пофигу, с кем буду я. Ну и так вот. В общем, Игорь убеждал о том, что я там поехала сами знаете куда, сами знаете, что я там делала. Но при этом он не реагировал. Я говорю, когда у меня что-то будет, я тебе об этом скажу. Он никак как бы обвинял меня, что-то там напридумывал, что-то там накрутил себе и, короче, ну, реагировал на это спокойно. Типа, ну вот ты же мне типа изменила, вот я тебе изменил в ответ. А когда я вчера сказала, слушай, а у меня было, вы бы видели, он сразу вдруг вот так вот меняется, у него просто вот как пелена, слезы, истерика, и началось просто. А я ему говорю, смотри, у тебя есть только предположение, было или нет. То есть ты их сделал, но я тебе не говорю, да или нет. Но ты вот на моих глазах в открытую флиртовал, ты в открытую признал, что ты с ней спал в нашей комнате. Сегодня я закажу телегу и вижу такой пост, где Игорь пишет, что все, это окончательная точка. То есть подожди, чувак, ты переспал с девушкой. Ты прилюдно как бы от меня отказываешься, говоришь, что ты со мной не будешь, все, у тебя есть Катя, что тебе пофиг, с кем я, где и что я. Потом я тебе бросаю мульку, ты на нее ведешься и такой, все, да как это так? А я еще и плохая. Кстати, меня еще вчера послали и сказали, какая я мразь, какая я конченая. Думаю, ну блин, я-то на оскорбление не переходила, когда ты Катюшку трахнула. Как бы все же было нормально, вроде бы отпустила, все хорошо. Но сам-то он, оказывается, не готов был отпускать, и для него сейчас эта ситуация пагубная. Ну так нужно признаться тебе, что все-таки ты не готов к новым отношениям, что все-таки хотел бы что-то вернуть. И все бы было бы хорошо, все было бы нормально.